Как это чаще всего бывает, как правило, на сложных элементах идет предельная концентрация на каких-то ерундовых, которые даже не дают никакой сложности. Бывают ошибки. Луна Седовская с мечом. Луне Седовской 17 лет, и если ее подруга по команде Елена Ткаченко попала в сборную, будучи к этому готовой, то есть она знала, что уедет из Белоруссии Лера Ваткина, и она попадет в сборную под вторым номером, то вот попадание в команду Белоруссии Илоны Седовской было большой неожиданностью, потому что Юля Раскина задержалась на восстановительном периоде намного дольше, чем ожидалось.